Привет, дети ночи, вы на канале Vampire Vlog, и сегодня мы посмотрим с тобой немножечко Скарлорда, который выпустил для нас новый клип, называется Let the World Burn, да, переводится «Пускай мир горит», либо «Пропади все пропадом», да, можем и так перевести, и поэтому здесь мы посмотрим с тобой клип, выловим у него важную фишку, если нет важной фишки, оценим, так сказать, визуальную картинку, посмотрим, послушаем его прекрасный скрым а-ля металкор, и почитаем текст, да, я уже подготовила текст, я даже его посмотрела немножко, но с музыкой-то, с картинкой будет намного лучше, в общем, поехали. Это Blood и Grow. Фига себе, нашим, давай оценим его форму. Форма класс, поехали. Огненно и энергично. Я молчу. Огонь! Дыхалка просто бомба, знаешь ли, так долго вот так вот тянуть, это... Причем так ровненько звучит, скажу я тебе, но... Ой, я даже не знаю, с чего начать на самом деле, потому что у него мне прям много всего понравилось. Давай начнем с того, с клипа, да, клип, визуальная поддержка, ты сам это видишь, да, потому что мне нет никакой уникальной энигмы и мистерии, да. А просто, но мне понравилось то, что, знаешь, как... я думаю, тебе, ты заметил, что... Мигали картинки, мигали, вот этот цвет, камера тряслась, да, это за счет того, чтобы создать вот эту вот энергичную среду, да, потому что песня такая бомбезная, энергичная, и клип как бы ее поддерживает, да, и в итоге тебя еще больше это заряжает, ты можешь там уже пойти мошить после этого, да, это здорово. Дальше поехали, ну тут у него свой скримачок и низы, да, низы это гроу. Гроул, такой супер гроулинский. И мне очень сильно прям запомнилось, да, он читает своим чистым голосом, да-да-да-да-да-да-да, и потом переходит на скрим. Это здорово, это прекрасно. На самом деле, я тебе уже рассказывала раньше, что у него постановка вот этого экстрим-вокала как а-ля металкор пост-хардкор, да. Вот я все время говорю тебе про готик, да, я с металкором тоже очень близко, так сказать, связана была у меня такая связь. Поэтому я и прям что-то такое теплое вызывает у меня такие теплые воспоминания, эмоции, да, вот это творчество Скарлорда. Поэтому да, 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 абсолютно текст. Текст Let the World Burn, да, пускай все горит. Выпущен 15 Friday. Ага, окей, недавно.
О, ну тут было слово либо burn, либо blood, да. Скорее всего, blood. Хотя, блин, такое чувство, как будто текста вообще. Потому что я, когда читала текст, я вообще ни капли не узнала в песне. Ладно, давай. Может, он успел все почитать. Здесь песня по типу такое, что вы меня не любите, типа, да пофиг вообще, я буду драться, я буду бороться. Если вы хотите меня испытать, то вперед, и никто не выживет на самом деле. Да? Ты неплохо, ты просто не вкупаешь, да? Давай. Split your head, да. Вот это наверное, сленг. Не буду переводить. Я мог бы забрать твою жизнь, так что давай, вперед. Я мог бы забрать твою жизнь полностью, да, фэм. Гори, гори, гори. Если я. If I'm honest, да, если я. Честно, я просто хочу видеть, как этот чертов мир горит, да, по сути, вот такая агрессивная песня, не сказал бы, что здесь fuck you song. Мы сейчас посмотрим. Come on, kids, да, давайте, вперед, детки, break it up. И брекеров нет, другое слово. Break it up, ну, наверное, забейте, да. Этот парень собирается влипнуть в неприятности. Здесь больше такое, знаешь, этот парень, наверное, про, типа, ты собираешься влипнуть в неприятности, чувак, да, я что, умру, да разве, да, нифига, ни разу, да, по такому, типа. Вот, get on my level, no, I cannot settle, да, типа, давай на мой уровень попробуй запрыгнуть, да, и я не собираюсь, так сказать, на нем останавливаться. Bitch, you is regular. Вот тут прикольно, на самом деле, да, потому что bitch, сучка, да, you is regular. Вообще, правильно назвать you are regular, да, типа, ты типичный, да, знаешь, ТП, по сути, такого. Но он использовал, так сказать, грамматическую ошибку специально, потому что he, she, it, он, она, оно, и как раз используется с этим is. Таким образом, он даже обезличивает, да, не относится к тебе, вот, как you, да, относится вот как бы он, она, оно, но имеется в виду ты. Ну, короче, очень сложно, да, но в этом есть такая специальная фишка. Этими фишками пользовался Kanye West, вот это. She don't believe in shoes and stars. Если ты, например, английский любишь, да, ты заметишь это прям такая штучка. Ну, такая агрессивная песня направленность. Может быть, здесь немножечко фокуса, да? Can't you fucking leave me by myself, да? Неужели ты не можешь просто, блин, оставить меня с собой, да, мне не нужна помощь вообще ни разу, я просто хочу мира для этого чертова разума, да, это потому что я так обезумел от жажды wealth, это благополучие, да, так, подожди, подождите, важная информация, если я честен, то я просто думаю, что я такой токсичный для этого мира, да, я так себя веду токсично. Я предполагаю, что я очень для этого мира не благосклонен, да, ungrateful. Too ungrateful, это прям слишком неблагосклонен, да, и я должен был бы быть оптимистичнее с моими решениями, но урок уже выучен, да, такая вот песня про себя немножечко, да, описание того, что вот я все, вот как раз я все еще наполнен вот этим вот желанием причинять боль, да, violence, это жестокость, желание причинять боль, и, но мой вклад в мир, он вечный, да, my legacy is timeless. Я тоже перевожу таким свободным художественным переводом, но вот как-то так получается, да. Они говорят, что меня слишком много, да, но теперь посмотрите на времена, я такой вот... Defend не переведу. Все, не знаю. Play you these tracks. Короче, здесь одна фишка. Это я противопоставляю себя миру, да, про меня говорили что-то, пытаются меня все-таки проверить, да, не верят в меня, но я все-таки верил в себя, но в итоге я внезапно понял, что очень в этой вере в себя я наполнен еще и жестокостью к миру, да, и все-таки она теперь не... Если эта жестокость и гнев помогали мне идти добиваться того, чего я хочу, сейчас все-таки они настолько... Когда я добился, они настолько... верились в мою душу, что я не могу от них отлепиться, да, и я мог бы быть оптимистичным, но I should be more, я могу быть оптимистичным, но вот урок уже выучен, да, так сказать, агрессия, которую я питался, теперь уже часть меня, и я стал агрессией, поэтому гори все пропадом. Вот такая вот песня, да, разобрали мы ее с тобой, будем, кстати, еще даже я хочу послушать альбомчик,
у меня столько планов, ну, знаешь ли, это хорошо, что планов много, на самом деле. Окей, если пора смотреть, поставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь об этой песне, об этом клипе, и до новых встреч, пока-пока!